На базе станции юных натуралистов города Каспийска состоялся конкурс исследовательских проектов младших школьников «Первоцвет-2024». Он направлен на стимулирование познавательной и научно-исследовательской деятельности и творчества, формирование позитивного общественного интереса, привлечение внимания широкой общественности. Директор станции юных натуралистов Зинаида Салихова рассказала о задачах участников конкурса. Сегодня дети по кружкам, допустим, растениеводства исследовали плесень на хлебе, на фруктах, овощах, потому что у них проходит тема и полеводства, растения, которые произрастают, разделы полеводства, овощеводства и так далее. Гидробиологи провели опыт, свойства воды исследовали. Сейчас будет биолог исследовать различные формы увеличительных приборов. Принимают участие в конкурсе воспитанники станции разных направлений. Основные цели конкурса – это создание, выявление интеллектуально и творчески одаренных учащихся начальных классов, развитие у младших школьников креативности, самостоятельности мышления, навыков владения предметов исследований, совершенствование психологического и педагогического сопровождения работы с одаренными детьми и многое другое. Отметим, что после прохождения данного этапа победители будут представлять станцию юных натуралистов на муниципальном этапе. Критерии от муниципального этапа есть актуальность темы, наглядность, собственный вклад ребенка в проведение исследования, как он смог выразить свои исследования, свои выводы. Вот по таким критериям мы оцениваем детей. Это начало исследовательской деятельности, детское исследование сейчас очень большое значение имеет и, как мы видим, в нашей стране. Стоит подчеркнуть, что в роли жюри выступили заместитель председателя собрания депутатов Каспийска Аза Алиева, председатель правления региональной общественной организации по охране памяти культурного и природного наследия «Птица Феникс» Аминат Абдурахманова и заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Мадина Ибрагимова.